вообще ничего не было в голове. Ну, просто эмоции и все. Ничего не было. Никаких мыслей вообще. Ожидали вообще такой расклад? Нет. Ну, как оказалось, мои родители знали. Он у них спросил перед тем, как сделать моё предложение, чтобы как бы было разрешение, все официально, красивенько. Я очень благодарна ему за это, потому что, ну, для меня это было важно. Решил это в марте, не знаю, просто в голове что-то вот так вот дзынькой. И решил, что надо сделать предложение в конце года, в конце учебы нашей школе, потому что долго уже вместе встречаемся. Нужно как-то это грандиозно завершить.